Что ж, прощай, Дон Кихот. Ты поплатишься, Краузер. Слушай внимательно. Твоя подруга на вершине часовой башни. Поспеши, иначе она станет такой же, как и они. А, у тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо. Да, надо. Смотри, наверняка что-то понравится. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Итак, чем я могу... Как хочешь, чужак. Часовая башня. Эшли, держись. Какое же завидное упорство, мистер Кеннеди. Однако, боюсь, твой путь завершен. Прогнать нарушителя! Черт! Oh,
дороги.
Надо сбросить балласт. Один есть.
Эшли. Вот скотина. Итак, девушка у тебя. Все, как я и обещал. Скажи владыке, чтобы не забывал о верности своего слуги Рамона. Эшли! Как глупо, мистер Кеннеди. Владыка Сэдлер одарил тебя своей милостью. Много болтаешь. Но ты так и не... Ты грубая, бескультурная... шавка.
статист, мистер Кеннеди. Так что не увлекайся. Ты уже сыграл свою роль. Такая пьеса не для меня. Так покажи мне, какой должна быть пьеса. На собственном примере. Следите за языком, милорд. Что подумают зрители? Тебя ждет смерть. Долгая, мучительная. Мелкий, пятый, щилый болот. И свет плюется на свет. Дьявольское отродье. И я отправлю тебя.
останется навсегда. Эшли, надо спешить. Куда ты ее везешь? Супер. Все-таки не вплавь. А, черт. Что ты ищешь?